Всем привет! Сегодня пошли за груздями. Говорят, в лесу очень много груздей. Попробуем их найти. Других грибов, скорее всего, брать не будем, потому что наша цель — набрать груздей на засолку. Так, это у нас первый мухомор в этом году. Здоровый, красный. Хороший. Ладно, пусть растет. Подберезовик. Ну, вон там еще один подберезовик. Хороший. Шляпка какая-то у него не очень. Ну, возьмем его с собой. Так, нашли еще одного гриба. Это у нас подберезовик. Бим, будь здоров. Расчихался. Скрывай давай. Еще один подберезовик. Какой-то он жиденький, мягонький. После дождей разбух немножко. Не будем его брать. Бима, давай ищи грибы, понюхай. Давай, нюхай, нюхай. Нюхай. Все, давай искать. Ищи давай. Так, тут у нас еще один грибок. Ну, рви, раз нашел, Даня. Хороший? Да, вот этот хороший. Этот мы возьмем. Тут у нас синявка. Ее мы брать не будем. Слабенькая. А вот эти грибы, за которыми мы пришли. Это грузди. Тут вот растет сломанный. И, кстати, очень тяжело искать. Вот еще грусть. Надо искать кочки и проверять, когда он только вылазит. Вот пример, вот видно его было. Вот он там спрятался. Вот этот на засолку пойдет. Очень хороший гриб. Сейчас еще тут здесь поищем. Там второй, иди срывай. Давай, возьму. Срывай, давай. Неси его. Так, тут у нас еще грузди. Сейчас посмотрим. Как бы не переросший. Так, здесь у нас сидит маленький в траве. Вот этот самый хорошенький на засовочку. Так, здесь еще спрятался. Так вот они и растут. Очень плохо их видно. Так, не знаю, этот большой брать, не брать. Ага. А под ним еще маленький. Не зря сорвал. Ну, в принципе, хороший. Возьмем, наверное, его. А вот и нам повезло. Нашли первый белый гриб. Вот он какой малюсенький. Сейчас тут еще посмотрим. Может, еще найдем. Там дальше вижу уже грусть растет. Скорее всего, переросший.
чистый, не червивый. На склоне продолжаем искать груздей, проверяем каждую кочку. Они обычно прячутся в листьях. А вот, кстати, грусть. Один и второй. Прямо в земле растут. Вот так вот их и ищем. Под листочком спряталась волнушка маленькая. Тоже пойдет на засолку. Так, идем. Я вижу вот такое вот возвышение. Небольшое из листьев. Тут возвышение. Здесь вот кочка небольшая. Здесь вот небольшая кочка. Сейчас проверим, что под ними. Да, здесь грибы спрятались от нас. Первый. Так, вот здесь вот котечка. На камеру это не видно. Сейчас попробую снять. Вот, возвышение идет небольшое. Еще один грусть. Так, смотрим еще кочки. Вот небольшая кочка. Да, и там тоже грусть. Их издалека даже и не увидишь, эти кочки. Все хорошие и червивые. Так вот, показываю небольшое возвышение аномальное. Везде ровно, а здесь вот небольшая кочечка. Да, и там беленький груздочек. Еще и не один. Вдвоем они здесь растут. Так, смотрим еще кочки. Здесь нету. Вот еще грибочек. Давай, Бима, ищи, у тебя нюх хороший. Ищи, давай, нюхай, ищи. Чего смотришь? Так, пока здесь больше кочек не вижу. Здесь у нас под березой живут пчелы. Так, нет, это осы. Ого, опасно здесь находиться. Закружили сразу. Все, отходим, отходим. Даня, беги. Нет, успокоились. Ну, вообще опасно подходить сюда, можно их разозлить и бежать потом очень далеко. Ладно, пойдем мы отсюда, не будем их тревожить. Пусть готовятся к зиме. Отошли метров 15 и на Биму напали осы, кусают его. Бима, что они на тебя напали-то? Больно? Вроде ушли уже. Они догнали нас. Вон он налетает, Биму кусает. Бим, беги давай, беги отсюда. Беги. Кусит.
Вон она летает. Догнала же, паразитка. Даня, вон она и меня вокруг меня летает. Я нет. Все, давай, пошли отсюда быстрее. Все, от ОС мы убежали. Вроде их не тревожили, просто подошли, посмотрели. Но они нас почему-то догнали. И покусали только Бимку. Вон он все еще бегает. Видимо, больно ему. Ладно, пойдем дальше грибы искать. Так, а чтобы найти вот такие вот маленькие груздочки, надо прямо вот так руками поднимать листву опавшую. И искать их. Нет, больше нет. Так, здесь прямо в чернижнике нашел небольшое возвышение из листьев. Сейчас отковыряем его. Да, и тоже груздочек растет на засовочку. Сейчас еще посмотрим возвышение. Так, больше здесь не видно. Так, нашел кочку. Я подковырнул ее уже. И здесь груздочек маленький. И сразу вижу еще коричка. Здесь вот небольшое возвышение. И здесь вот небольшое возвышение. Да? Грибочек. Так, а здесь? Здесь просто палочка лежала. Так, еще возвышение небольшое. Да, маленький грибочек. Там сидит. Очень тяжело их искать. Приходится вот так вот каждую кочечку проверять, ходить. Так, смотрим еще кочки. Все, больше пока здесь не вижу ничего. Здесь видно, что кто-то перекапывал листья. Такие места надо тоже проверять, потому что, возможно, искали не сегодня и могли вырастить новые грибы. Нет, ничего здесь не вижу, никаких кочек. Так, тут какой-то у нас странный гриб. Его мы брать не будем. Ты, Бима, почему грибы не помогаешь искать? Так вот на склоне и растут эти грибы. Все, идем домой. Тут нам попался еще один подберезовик. Хороший. Сорвем его. Какой хорошенький. Нашли лейку в лесу. Что, Бим, интересно? Ничего нету там? Пустая. Так, а здесь у нас в колее мухомор. Выглядит, как будто не настоящий вообще. На мячик похож. Плотненький. Это вот гриб. Настоящий мухомор. Как будто игрушечный. А здесь кто-то кого-то съел.
здоровенная кость лежит, вся обглоданная. Ладно, пойдем дальше. Вышли на какой-то перекресток. Четыре направления. И вот туда дорога ведет. И здесь вот табличка. Теплое озеро. Вот такой гриб мы нашли. Наверное, красноголик и беленький. Ну, очень какой-то маленький и непонятный. Еще вот какие-то вот такие грибы есть. Тоже рядом с ним. Вот эти я не знаю, вот это какой-то был кабачок. Фалаяшка, гриб наши. Странный фиолетовый. Мы его брать не будем, просто мы ищем грибы до сорения. Мы пришли за груздями, но мимо таких маслят невозможно пройти. Маленькие, хорошенькие. Будем солить их или пожарим. Даже большие, очень хорошие грибы. Тут у нас между соснами, маленькими сосенками вернее, еще масленок спрятался. Даже два. Но того брать не будем. А вот этот вот очень хороший. Собирались сегодня за груздями, но все-таки, видимо, наберем маслят. Вот еще маслята растут. Такие вот. Так, ножку сейчас отрежем. Очень много маслят. Вот даже тут сейчас увидел. Очень маленькие. Как раз вот такие вот на засовочку пойдут. Тут два. Еще поищем. Так, больше не вижу. Ладно, сейчас срежу их. Еще один мячик растет. Мухомор. Шиповник растет. В общем, мы заблудились. Вышли на какую-то тропу. По ней шли. И куда-то она нас уводит совсем в другую сторону. Темнеет уже. Развернулись и идем обратно. Надеюсь, теперь правильно идем. В принципе, мы справились с поставленной задачей. Нашли груздей, насобирали на засовку. Две волнушки нашли и одного белого гриба. Здесь у нас маслята еще. К ним сразу липнут иголки. И нашли еще немножко яблок. Кислые, правда. Вот это все наши грибы.